известный телеведущий, первый президент российского телевидения, автор многих книг, ну и просто безумно интересный, мудрый человек Владимир Владимирович Познер. Прошу. Я прошу не обращать внимания на слова представившего меня, сильные преувеличения. Я действительно журналист, случайно. Я люблю очень то, что называется провокационные вопросы. Я хотел вместе с вами вспомнить, какой была Москва, когда я в нее приехал. Было гораздо меньше народу, не было иностранцев вообще. Был старый Арбат, там была масса старых домов. Довольно своеобразный город, довольно отрезанный от всего мира. И она громко сказала «Хэ», потом смотрела «У», значит «Ху». Там в бочках, ну вот такой высоты, я не преувеличиваю, продавали икру. Летали вокруг кремлевских башен, где снег падал, вот такими хлопьями. В народе назывался грейпфрукт. А как, собственно, его надо есть? В джинсах в театр не ходили. Правда, с джинсами было туговато. А в других городах, ну, совсем по-другому. Люди вставали за черным хлебом в 5 часов утра. Как он становится все более бурным, все более современным. Садовое кольцо было все в деревне. Я все пытался определить свое отношение. Как я отношусь к этому городу? Мало парков. Этот народ не победил. Что-то в них есть. Что-то именно московское. Что такое излишнее? Ну, бабы, извините, значит, одетые в 3 тулупа и так далее. Начиная с 20-х годов появлялись первые машины. Под эти машины появлялись улицы. Я понимаю, что они исчезали из-за экологии. Они очень чувствительны. Мне представляется, что в мегаполисе не просто жить. Кремль по простоте, по соразмерности – это совершенно поразительная вещь. Набирает и набирает и набирает. У меня есть районы, которые я вообще не понимаю. Это Москва. Гуляющий, не засыпающий, предлагающий. И вообще будущее – это что? Это 3 года? Или это 30 лет? В этом есть что-то такое неправильное. И он мне говорит: «Вова, а почему столб кривый?» Всовывание каких-то сверхсовременных домов, особая атмосфера, именно московская. И люди акают, они окают. Значит, я буду варьировать ближе, дальше, слева, справа, молодой человек. Вот, да, вы. Так что я ничего плохого не сделал. Я только доказал этой даме, что она в поэзии разбирается, как свинья в апельсине. Каким вы видите портрет москвича сегодня? Ну, для этого вы должны мне понравиться. Я полагаю, что я бы понравился Леонардо да Винчи. О, отлично. Владимир... Холодная селедочка, картошечка, огурчики, грибочки. На самом деле это очень интимный вопрос. Ничего не понял. Я человек мегаполиса, я привык к этому. Мне надо, чтобы мотор все время был. А вот этот комфорт, ну чего? В могиле будет комфортно.